принципе, лед такой еще крепкий достаточно. Но туда как-то стрёмно ходить. Вот следы зайчика. Вот видите, они такие вот. По 4 лапки. А вот это вот следы кошки. То есть видно, что зайчика следы отличаются. Он вот здесь вот прыгал. И надо вот его попробовать найти. Куда он мог поскакать? Так, посмотрим. Вот туда куда-то скакал. Туда он скакал, значит. Ну вот он, видите, вот он. Вот его лапы. Вот такие у него лапы. Вот. Вот такие лапы. Такой град выпал у нас только что. Представляете? Вот, но уже тает. А это вот мой цветочек. Маленький. Оп. Бедная. Такая еле ж... Последняя сосулька в этом году. Папа у нас там. Как она поедет на самокате по снегу? Сколько снега насыпало. Весь батут засыпал. Красиво. Не, ну я, конечно, все понимаю. Но такого я не понимаю. Зима. Красиво летят птицы. Вот в один общий клин. Смотрите. Красивый. Природа шикарная. Смотрите, красота какая. Сейчас плохо видно. Вау! Да, столько цветочка. Вот еще цветочки. Земляничка уже цвести начинает. О. Вон наша. Папа, сласти. Забрались куда. У нас такая красотища. Папа, все. Весна. Ой, посмотрите на это чудо. Малыши. Сколько их так много вылупилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 утят. А, уточка, как ты прокормишь своих утяток? А такие же хорошенькие уже. Маленькие такие. Эти отстали, бегут, 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 бегут. Красавица. Ой, как красиво.
Опа, нарциссики с ним, да? И котика с ними. Иди к нам. Иди, становись. Оп. Ай, такая девочка, какая красивая. С нарциссикой. Ай, так. Красота. Ой, красота какая, да? Так, а вон, смотрите, кто там у нас. Аист. Класс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцатого нету. Или есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А что ты кашляешь? Держи, малышка. Аделечка. С кустом. Смотрите, мы купаемся на озере, а здесь вот такие вот лотосы, наверное, да. А, малыши там купаются. Ну, на, забирай. Он пушистенький-пушистенький. Классный, классный, да? Кто это? Гусеница? Как называется? Дети. Это не улитка, нет, это гусеница. Ой, мама, поди, поди. Стой, давай их в домик посадим. Она их боится, подожди. Смотрите, клубника близнецы. Клубника близнецы, близняшки. На, кушай. Купальщик наш. Чарли, тут... Папа, смотри, где дочка села. Боится. Иди сюда, Николя. Короче, у нас гроза и молнии сломала нам палатку, сломала, и этот, как его, мангал повалился, и стул лежал на земле, встал, стул каким-то образом встал с земли, просто кошмар. Я еле успела собрать эти детские, ну... Все, один готов. Там, смотрите. И тебя, да, с радугой. Знаете, как красиво. Вообще обалденный вид. Остановись, зайчик. Дуй. Ух ты, малышка, видела? Ух ты, одуванчик. Мы как на Северный полюс. Жара? Жара? Га. Ва, красота. Собачка, здравствуйте. Вон собачка. Смотри, какой. Обалдеть, какая красота на улице. Просто что-то...
нереальная. Посмотрите на это. Это вообще... Слушайте, лежу в окне, смотрю, кормила Адельку. Двойная радуга в ноябре. Не знаю, видно на камеру, не видно. Все в розовом цвете. Розовый какой-то закат. Так, тут уже не сильно видно. Нет, на камере не передается. Так. В общем, друзья, опять наш черныш поймал мышку. На этот раз она в пакете. Вон она. И куда она пошла? Не знаю. Но она убежала. Привет всем! Помаши ручкой, Адельки. Аделечка. Вылезли на улицу, наконец, скажи, когда уже стемнело, да? Да, а вон снеговик у нас даже есть. Аделечка. Кто в снежку? Кто в снежке? Вылазь. Вылазь. А, сейчас все, варежки будут мокрые. А горлышко у кого-то там открылось. Малышка. Ну все. Набрала снег, да? Там в том же еще закрыто. Там не закрыто. Ну понимаю. Ну. Папа. Ну сейчас провалится, ну. Бубух. Ну вон снега набрала, ну. Ой, смотрите. Посадили малыша. Кто там на санках? Кто на санках? Да? Ты на санках? Ты едешь? Зайчик! Саночки! Да чтобы не тянуть ее, уже придумали. Это молния сама. Покоряют вершину. Посмотрите на меня. На меня! Лыжники! Там, там горка такая, что... Не, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пакет надо было подстелить. Не едет что-то у нее. Ледянку надо. А тебя не катают, да? Пупсики. Приехали на лебедей смотреть, на уточек. Вот такой получился.